Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина низких цен «Светофор». Точный адрес магазина я обязательно оставлю в описании под этим видео. Посмотрим с вами здесь ассортимент и новинки. Желаю вам всем приятного просмотра. В продаже есть душистая вода для мужчин Pro Men торговой марки Parly Parfum. 100 мл стоит 102 рубля. Также есть гель для душа торговой марки Fantasy. Бережно питает, увлажняет, очищает с ароматом земляники. 500 мл объем, цена 37. В наличии этого магазина есть еще один гель для душа, увлажняющий для всех типов кожи. Называется гель народный с ароматом полевые цветы. Объем здесь 1000 мл. Гель очень красивого сиреневого цвета, густой, цена 44 рубля. Губка для обуви Salton стандарт, цвет черный, для гладкой кожи, цена 29. Также в продаже есть шампунь для всей семьи Timothy Дикая Роза, чистота и свежесть, 400 мл, цена 65 рублей. Салфетки универсальные, вискозные, размером 25 на 30 см, подходят для влажной и сухой уборки. 45 штук в упаковке, цена 71. А это система кашпо для цветов, она называется Lotus. Длина ее 60 см, система с прикорневым поливом для растений, цена 212. Также есть этажерка для обуви, она называется Комфорт. Здесь три полочки. Размер этажерки 49,5 на 58 на 31. В составе полипропилен, производитель Россия, город Москва. Цена 379. Гладильная доска с европодставкой под утюг и с электроудлинителем. Стоит она аж 700 рублей здесь, в этом магазине. Электроудлинитель на 1,6 метра. Давайте покажу, как выглядит. Это доска с обратной стороны, металлические ножки, высота регулируется, два положения. Также есть комплекты постельного белья полисатин, комплекты из 100% полиэстера, изготовитель Россия, город Иваново. Двухспальный комплект с наволочками размером 50 на 70, ткань сатин. Тоже в ассортименте здесь они. И здесь вот эта стопочка, значит, получается полутораспальное белье с наволочками размером 70 на 70. Одна наволочка идет в комплекте. Двухспальное белье стоит 573 рубля, а полутораспальное 498. Таз круглый с ручками и со сливом. Объем 10,5 литров, цена 39,40. Производитель Россия. В продаже есть аккумуляторы Spark, они российского производства, прямая поляризация, цена 3333 рубля. Также в продаже есть горелка-насадка, газовая, на газовый баллон, производитель Китай, цена 170 рублей. А это светильник светодиодный, настенно-потолочный, квадратные формы, размер 33 на 33 сантиметра, с дизайном. Крепеж идет здесь уже в комплекте вместе со светильником. Всего на выбор три варианта по дизайну. Мощность светильника 24 Вт. Цветовая температура 6500 Кельвин. Световой поток светильника 1700 люмен. Материал корпуса пластик и металл. Температура эксплуатации от плюс 1 до плюс 40 градусов. Производитель Китай, цена 442 рубля. А еще в наличии есть вот такие маленькие светильники круглой формы. Они в пылевлагозащищенном корпусе. Мощность 12 Вт, цветовой поток 960 люмен и цветовая температура 6500 Кельвин. Производитель Китай, стоимость 153 рубля. И еще есть вот такие длинные светильники потолочные, длина его 120 сантиметров, мощность 40 Вт, цветовой поток 3200 люмен, цветовая температура 6500 Кельвин. Материал корпуса изготовлен из металла, рассеиватель опаловый и из поликарбоната, цвет белый. Производитель Китай, цена 209 рублей. Перчатки хозяйственно-бытовые, виниловые, 24 сантиметра размер перчатки, в упаковке их 100 штук и по цвету, я так поняла, они синего цвета. Вот здесь есть открытая упаковочка, вот такого цвета перчатки. Производитель Китай, цена 320 рублей. А это средство для прочистки труб торговой марки «Синий цвет». Объем здесь 1 литр, жидкость красного цвета, цена 25,90. От торговой марки «Синий цвет» также есть средство для чистки акриловых эмалированных ванн. Здесь объем 750 мл, цена 46,20. Пакеты фасовочные в рулоне. Размер 23,5 на 35, в упаковке их 500 штук, производитель Россия, Ростовская область, город Батайск, цена 60 рублей.
Воск спрей для укладки волос торговой марки Sendo. Он с кондиционирующим эффектом. Здесь 250 мл, цена 77 рублей. Также есть средства для мытья посуды, гель Magic Foam с ароматом лимона. 1050 грамм, стоит 50 рублей. В продаже есть очень красивые махровые полотенца с дизайном цветы. Размер полотенчика 30 на 50 сантиметров, два цвета в наличии, в составе 100% хлопок, цена 50 рублей. А еще есть комплекты кухонных полотенец. В комплекте два полотенца разные цветом, в наличии два дизайна – оливки и кофе. В комплекте два полотенца размером 30 на 60 сантиметров, в составе 100% хлопок и производитель Узбекистан. Качество у них очень хорошее, этих полотенчиков я покупала, мне очень понравились, цена 140 рублей. А это комплекты постельного белья «Перкаль Ажур». Они здесь в ассортименте по цвету, изготовленные из 100% хлопка, производитель город Иваново. В комплекте пододеяльник размером 175 на 215, простыня 215 на 180 и две наволочки размером 50 на 70. Комплекты очень красивые, стоимость 1200 рублей. А это комплекты постельного белья The Line Жатка. Они изготовлены из 100% полиэстера. Комплекты двухспальные с наволочками размером 70 на 70. Производитель России, Ивановская область. Здесь они в ассортименте по расцветке. Цена 734 рубля. А это полотенца махровые, очень хорошего качества, плотные, 100% хлопка, два цвета в наличии. Размер 70 на 130, цена 259 рублей, производитель Республика Узбекистан. А это полотенца размером 50 на 80, в наличии два цвета, в составе у них 100% хлопок, производитель тоже Республика Узбекистан. Стоимость 75-80. В продаже есть простыня трикотажная на резинке «Премьер Текстиль». Размер ее 160 на 200 на 20, в составе 100% хлопок, простыни однотонные, цветные, в наличии 3 цвета, цена 330. В ассортименте есть перемотанная весовая пряжа высшего сорта. В составе 75% кашмелон и 25% полиэстер. Масса мотка 250 грамм, длина нити в мотке 400 метров. Производитель России, город Новосибирск. Здесь в наличии несколько расцветок, цена 175. Также есть контейнеры для заморозки, в упаковке их 3 штуки с крышками, объем 1 литр. Производитель России, цена 82 рубля, в наличии 2 цвета, розовые и голубые. Подушка анатомическая с эффектом памяти, со съемным чехлом из хлопка. Размер подушки 40 на 60 на 12 сантиметров. Наполнитель Memory Foam. Производитель Россия, Республика Татарстан, город Казань. Цена 1050 рублей. В продаже для деток есть мольберты, доска знаний. Он двухсторонний, растущий, со счетами. Высота регулируется под рост ребенка. Цена 1190. В большом количестве есть салатники Дивали. Они изготовлены из опалого стекла. Объем 1 литр. Производитель Франция. Цена 85. На матрасник натяжной на резинке из 100% хлопка, 100% водонепроницаемый и дышащий, цвет в наличии белый. Производитель России, Чувашская республика, город Чебоксары, цена 889. В продаже есть вешалки для одежды, они с антискользящим покрытием, в упаковке их 10 штук разным цветом, цена 113. А это дистиллятор домашний, называется экономный. Изготовлен из нержавеющей стали, объем 12 литров, в комплекте идет электронный термометр, цена 2632 рубля. Также есть и автоклав паровой, он маленький, на 14 литров, изготовлен из нержавеющей стали, производитель Россия. Стоимость такого автоклава 6727 рублей. Вешалка для одежды напольная на колесиках. Вот так она выглядит. Размер 80 на 42 и высота регулируется с 95 до 160 сантиметров. Максимальная нагрузка на вешалку 10 килограмм. Производитель Китай. Стоимость ее 507 рублей. А это кувшин для фильтрации воды Aquaphor Line City. 2,8 литра объем. Производитель Россия. Стоимость 179 рублей. Кувшином здесь также сразу можно приобрести и модули сменные фильтрующие, в упаковке их 2 на 170 литров, цена 158.
А это ваза для фруктов стеклянная. Длина ее 23 сантиметра. Изготовлена из натрия кальция силикатного стекла. Производитель Россия. Город Гусь Хрустальный. Упакована в красивую упаковку. Цена 151 рубль. Также есть контейнеры из жаропрочного стекла с полипропиленовой крышкой на защелках. Объем этого контейнера 650 мл. Наличия их здесь очень много. Производитель Мелани, Китай. Цена 159 рублей. Кашпо для цветов, 12 литров объем, продаются они с поддоном, два цвета в наличии, коричневые и белые, производитель Россия, и стоимость 99,80. Таз круглый с ручками большого объема, 28 литров объем его, производитель Россия, он вот такого коричневого цвета, стоимость 159,90. Прозрачный бокс для хранения с крышкой на защелках и с ручкой. Объем его 12 литров, изготовитель Россия, цена 140 рублей. На сегодня у меня все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Берегите себя и близких. Всем пока-пока.